Или вот так вот жара, берут тарелочку воды, наливают, ну, подойдут к медведю. Ну, медведь всегда же будет пить. Конечно. И вот делали такие вещи, как вроде они без воды сидят. Ну, как мы допустим, мы же... Тут Савелий Анатольевич рассказывает про вот этих вот тоже хейтеров и Зоодуэ, что вот так вот точно та же ситуация, как и тут. Да. Пришли, на камеру сняли... И там в основном были, они все были, они вот это... Несколько было депутатов таких, они, короче, жили за счет фонда Сороса. Они там обучали, им давали фонд, давали деньги постоянно. И они вот такое все везде. Против я был дважды депутатом городского совета. И просто, ну, тот, кто делает дела какие-то, делает то, которое нужно людям. Вот против них оно и шло. Ну, им это не нравилось. Поэтому как-то вот так вот все было. Ну, а сейчас как вот там с теми же хейтерами, там, не, со всеми этим скулежом? Видят, во-первых, прежде чем что-то говорить, надо что-то давать. А давать мы сами, вот эту помощь только, которая оказывается волонтерами со всего Советского Союза, говорится. Вот эта помощь оказывается. Плюс я тогда говорю, что строители немножко помогают. Но в основном, говорю, все помогает Санкт-Петербург. Молодцы, благодаря ребята. Благодаря только Александру Федоровичу Беглову вот это строится, делается. Я сейчас поеду к нему, я тоже попрошу что-то, чтобы тоже еще дальше помог. Но просто уровень зоопарка должен... У нас красиво вроде все, но по сравнению с вами, это небо и земля. Ничего, у вас такой вот, ну, своеобразный зоопарк, он тоже ни на кого не похож. Каждые зоопарки должны быть разные, тогда они будут интересны. Маленькие в объеме. И вот, такой, вот таких растений, как у вас здесь, у нас вроде тоже старый парк, но тот парк-то в основном тополя не росли. Мы много тоже посадили у нас. Ну, это вот за 10-16 лет все, Олег Алексеевич, каждый год и продолжает садить, продолжает каждый год. В 2015 году мы начали, там практически был мусор. Сейчас никто не скажет, что когда-то там был мусор. Тоже есть. У вас много зелени? Много, да. Много мы сажаем. У нас каждый день работают 3 садовника тоже. Сажаем, ухаживаем, поливаем. А у нас один. Ну, у вас уже на всю территорию. У нас оно ж новое, только растет, его надо поливать каждый день. Ну, надо ухаживать за ним всем. Так, друзья, мы едем дальше. Можно загадироваться, вот садиться. А вы перегонки здесь у вас вот так, как вы перегоняете? Сейчас покажу. Где-то маленькая такая есть, да? Вот они находятся в этом вольере. А там большое зимнее помещение. Зимнее туда заходит. Да, и там... Пойдем вот тебе все, потому что ты со своими берлогами. Мы из Красногвардейского района, учителя. Очень приятно. Приезжали много раз к вам. Защищали вас чем могли и как могли. Спасибо. Не напрасно. Видите, сколько людей сегодня отдыхают. Мы рады вас видеть. Я была у вашего администратора. Чтобы мы не начали говорить что-нибудь. Все. Не буду вас задерживать. Посещаемся вами. И желаем вам творить и дальше. И жить долго-долго. Потому что таких больше нет. Спасибо большое. Все. Счастливо вам. Счастливо. Можно это интервью скинете мне, пожалуйста? Любим! А как же мне сфотографировать? Я вас сфотографировала. Пожалуйста. На фотоаппарат не на мой телефон. Давайте, да. Галина Владимировна. Давайте вот делать. Пожалуйста. Галина Владимировна. Так, включить же надо вашу. Я же не умею вас включать. Пожалуйста. Все. Так, девчонки, Олег Алексеевич. Так, давайте. Ну, много нащелкала. Угу. Спасибо. Можно вам много. Пожалуйста. Спасибо. Здоровья, здоровья, Олег Алексеевич. Вы уже извините, пожалуйста. Извините. Потому что это стоит. Оно как принято. Все, спасибо огромное. Это феномен Крыма. Олег Алексеевич, не бросайте меня. Фламинго, смотри, живут. Болотцы, зелень им, понимаешь, вот стоят как и натуральные. Я думал, это все стоят эти. Статуи. Правда. Натуральные стоят. Зефиринки на ножках. Да. Ну, птицы тоже нужны, важны, да. Венценосные журавли красивые, вон красавец какой африканский, да, стоит, дрофы наши кринские, вот.
красная книга, считай. Эти сил два малыша вылупили, прибили, съели паразиты, что им не хватает, не знаю, не отобрал. И птица дорогая в московском зоопарке покупал. И, ну, вот. Большие вольеры должны быть обязательно, второстепенные вольеры, небольшие, в которых вот такие вот тоже, кому-то и лисичка нравится, кому-то енот на сухо, все это должно быть. Вот, и все это вот украшает, когда хвост раскрывает, да, да. Красота несусветная. Вот сегодня тысячи людей отдыхают, гуляют, получают удовольствие. Наши крымские вещи. Как можно не получить позитив? Вот это, да. Это кто-то может прийти просто кому-то заплатить, чтобы кто-то говорил такое. Только заплатить. Наверное, в дворцах такие кладут. Что с два я общался. Пишите на шедевр. У меня эти лавки и мраморные скидки на каждом шагу. Вот какой у жирафа. Вот, вот, вот смотри, фотографируй, смотри, на мраморе. 140 лавок стоит, только вот таких вот. Вон, разве это не фотозона, видите, какая-нибудь зеленая стенка, все вот так вот. Вот, везде туалетики, вот на территории. Вот это все, что военный строитель. Да. У нас такой, вот на сегодняшний день, вот, вчера касса была там 13 тысяч. Сколько лет зазывали? Открыто 11 лет, 12-й год, да? Что-то неважно, вот, и там литературы столько упало, все, линия раздать, вот, это самое. А, да, посмотри, оно выросло на 10-м этаже каменных джунглей, в первый раз этого поросенка видит в этом самом, понимаешь? Камерунские козочки, вот эти карлики у них там просто все маленькое, все маленькое, миниатюрное, здесь даже карликовые бараны где-то, вон ходит, вон, карликовые бараны размножаются. Вон он стоит, баранчик, он больше не растут, видишь, они вот на этом самом. Так, сейчас идите, скажу. А, сейчас, вот сколько было раньше, свиньи, вот сколько брал вот этих вьетнамских, блядь. Мало людей, потому что тоже, видите, каждый раз показывают. Туда пролетело, туда пролетело, тоже боялся. Здравствуйте. Здравствуйте, да. С вами можно сфотографироваться? Да, 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 чуть позже. Здесь Дана. Дануся, а ты где? Вот это красотка. Дана. Вот это красотка. Да, такими да, накрашенными губками, да? Дана. Олег Алексеевич, можно, пожалуйста, с вами сфоткаться? Олег Алексеевич, можно мы с вами сфоткаться? Люди бегут. Катя, иди тоже. Фотографируй. Наши дети ваши кумиры. Спасибо. Все, спасибо огромное. Спасибо большое. Надо так, вы кумир наших детей. Чуть-чуть наоборот. Наши дети. Данусь, ты лучшая. Ты самая красивая. А можно? Да. Давай. Сейчас. Установку пать сейчас. Вообще, человек, а? Ну да. Ждет. Да, ну у тебя. Общайся с людьми. Общайся, пожалуйста. Такие. Здесь в вольерах огромные вольеры по 9, 6, 9 соток больше. Шимпанзе, разные животные, сейчас заедем. А здесь детский зоопарк, где можно просто вон сидит, вот, общается с обезьянами. Неважно. Всех можно кормить, со всеми здесь можно общаться. Вон карликовые ослики с Европы в свое время привез. Сейчас или один дам команду одну по дороге, чтобы с вами выделили. Рассказывает экскурсию. Вот. Они получают первичную информацию там. Вот. Давайте. О, полный автобус. Там проедем. Видишь, золотая осень, ну, народ. И мы сами со своими приходим. На минутку зайдем.
Олег Алексеевич показывает Савелию Анатольевичу все наши помещения. Сетки. Там был ливень, они не убрали воду, стояла вода, там деревянный фасад. Вот смотри, ну, например, сюда заходим, смотри. Вот, животные у нас сюда, там уже. Летом всегда делается ремонт помещений, вы видите. Здесь наглядный ящур, сибирская язва, все эти чума мелких жвачных. Летом всегда все белится, чистится, красится и делается ремонт зимних помещений. Зимой и осенью, когда животные заводятся, делается ремонт летних всяких вольеров, ремонт, покраска, все, что нужно. Были стадо, одну-две невыгодно и неинтересно содержать. Вольер все оно... равно нужен нормативный для нее, а толку никакого. Оно не смотрится, это нормально. Да. Они стайки не смотрятся, поэтому просто поступают. Дануся, привет! Привет, Данка. Привет, Данка, поеду через Кремль. У меня есть конец, буду сватать. Иди сюда, иди. Она красавица такая. Дождалась. Сколько она молодая еще? Да, да. Сколько у кого того? Самец есть? У Юлии Сергеевны два. Два. Она меня приглашает, она говорит, нет, без бутылки. Ну, передала большой-большой привет. Да, я знаю. Дамыч, привет. Привет. Иди сюда. Иди сюда. Ну, дай поцелую. Иди сюда, скорее. Ну, ну. Да. Поздоровайся, иди с дядей, поздоровайся скорее. Иди поздоровайся. Даночка, привет. Ну. Да, да. Да, да. Поехали с нами слонов смотреть. Машинку поехали. Открываю, Данусик. Открываю. Давай, открывай. Не? Домой? Ну и как хочешь. Мое дело предложить, а твое дело отказаться. Да? Дай поцелуй. Скажи один, приходи. Дай поцелуй. Где поцелуй? Целуйся. Играться хочешь? Ну что там? Ну, что? Какая долгая. Все. Я тебе банан возьму. Все, много. Все, давай поцелуй и пойдем. Бери. Нет, Дана, нет, все, ты не захотела выходить. Людей много. Давай, я почти к слонам пошел. Где Ляля? Ты что, тапок сниму, сейчас буду ругаться. Давай иди, давай быстро отсюда. Давай. Лили. Дана. Нет, Дана, не отпускает. Ходи, ты не вышла. Олег, оставь ей ногу. Да, ногу она с удовольствием. Да, ну некогда заниматься. У нас купание слонов сейчас будет. Да. Ну и езжай, скажи, на свое купание. Сесть в машину и поехать с нами. Ты не захотела. Скажи, я передумала, я женщина. Да, твои пейцы имеются. Обязательные давки, обязательные аксессуары. Да. Ой. Сейчас будет скоро купание слонов. На купание слонов можете проходить. Конец аллейки. Спасибо. Я сейчас люди вообще должны просить. Давайте, хорошо, сядьте. Спасибо. Смотри, какие вольеры же. Сам бы жил до Рима. Семен, Сеня, ты где? Сеня. Где там? Сеня! Как говорят, у меня пленка сам кончится. Ты, да, сам ищу. Идет хозяин. Я тут. Боже, Сеня, что за сопли у тебя, я не понял. Что за сопли? Аккуратно.
Сеня! А, его Сеня зовут. Сеня? Ну, давай в шимпанзе пойдем. Все один пойдем. А где Джуди твоя? Вон, отошел. Где? Он впереди. Где Джуди впереди? Ну, что вон, это вон. Это Сеня. А, это Сеня. Вон он. Он идет, давай идет, красавица. Наш. Иди сюда, скорей. Иди сюда, красавица. О, посмотрите. Как в живой природе. Все волохатые, все волосистые. Иди сюда. Иди, иди, проходи. Покажи, 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 какая ты мощная, красивая. О, о, о. На воду. Хозяин ходит. Сеня, сопли вытри, а? Откуда тебя сопли взяли, я не пойму. Давай сейчас на улице спи. Джуди! Ой, ой, ой. Никак, там труба есть с той стороны. Джуди, ты в загуле, да? Так, ну ладно, это можно сколько угодно тут. Смотри. В таких же вольерах ягуары, леопарды, вот они, видишь, в лесу буквально живут, понимаешь? Просто в лесу, вот найти его надо там, вот оттуда ты получишь картинку, да, его, этого леопарда. Вы недавно к леопарду заходили? Да. Смотрел. Кому-то захожу. Вот нет, буквально свежее видео. Да, да. Вот. Годовалый самец, ну. Найдем где-то там. Ягуар. Здесь белые тигры. Вот. Я смотрю всегда. Но не размножаются вот эти вот пары. Цирковая. А если покупаете, то дальше туда? Да, 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 еще чуть-чуть. Вам нравятся такие? Да, да. Вот. Здесь львята, тигрята, молодежь растет. Здесь взрослые тигры. Вот. Во всех бассейнах, видишь, с водой, купаются. Ну вот. Вон они лежат наверху. Вон малыши. Вон лежит самец, огромный самец. Самка. Может, готова к работе. Персонал есть? Персонал? Да, да, есть. Самое главное, чтобы было работать. Персонал, да. Тяжело, но...